Что такое феминизм? Надеемся, все согласятся, что это не ругательство. Как сказала однажды журналистка Мэри Шир, это радикальное мнение, что женщина – человек. Посмотрим, что с этой простой идеей происходит в Швеции, одной из самых равноправных стран мира. Традиционно многие профессии делятся на мужские и женские, и женщины в среднем зарабатывают меньше мужчин. В публичных шведских компаниях 32% директоров женщин. Это на 9% больше, чем в среднем в Европе. То же происходит и с женскими профессиями. Повышение зарплат привлекает в них мужчин. Мы привыкли, что в декрет всегда уходит женщина. В Швеции на семью приходится 480 дней декретного отпуска. Но чтобы папы тоже сидели с детьми, 90 из этих дней может взять только мужчина. Если он не использовал эти 3 месяца, они сгорают. В реальности папы сидят с детьми даже дольше. Обычный шведский папа берет на себя не меньше четверти декретного отпуска. Насилие в семье. То, о чем говорят везде. В Швеции программа по его снижению распространяется на всех жителей. Про насилие мальчикам объясняют в детских садах, школах и спортивных секциях. Полицейским, судьям и социальным работникам рассказывают, как рассматривать такие случаи и предотвращать их в будущем. И главное – помощь тем, кто уже пострадал. В Швеции есть система шелтеров – убежищ, куда женщины, и дети, кстати, тоже, могут пойти, если они подверглись насилию. Там помогут написать заявление в полицию и расскажут, как защитить свои права. Мы привыкли, что в правительствах работают в основном мужчины. В Швеции из 24 министров 12 женщины. В том числе министр иностранных дел Маргот Вальстрём. Она, например, отвечает за то, чтобы помощь, которую Швеция оказывает другим странам, получили поровну и женщины, и мужчины. В феврале 2017 года вице-премьер правительства Изабелла Лёвин выложила в Твиттер вот такую фотографию. Она явно пародирует правительство Трампа. Только на фото Лёвин одни женщины, а на американской только мужчины. Троллинг заметили не только в Швеции. Это стало очередным поводом для обсуждения неравенства в правительствах по всему миру. Конечно, и Швеция пока далека от полного равенства, но это первая страна, которая сделала феминизм своей государственной идеей.